3DO. Сформировалась империя, времена изменились. Они начали захватывать наши города и планеты. Но мы нашли оружие, которое спасло нас. Это ПКП, украденный из личного арсенала императора, один в своем роде. Только оно позволило повстанцам сопротивляться армиям империи. Война была долгой и кровопролитной. Мы победили. Боевые машины и армии империи, как мы думали, были полностью уничтожены. А сам император Кастон погиб. Мы ошибались. Сигнал сектора Вайн. Похоже, он очень быстро приближается. Несколько дней назад в отдаленном секторе пограничной зоны энергетическим оружием была атакована планета Ксерксис. Наши станции наблюдения фиксировали нападение сектора Лайон. Войска Федерации были подняты по тревоге. Совсем недавно разведка сообщила о нескольких странных сигналах в этом секторе с планеты Джанов. Ваше задание – высадиться на планету и провести поиск следов имперцев. Мы соорудили платформу цитадели для поддержки ваших поисков. Вы сможете построить танковый завод и казармы пехоты. Удачи, лейтенант! Выходите на связь, ПКП-1. На связи.
ПКП-1, следуйте к точке встречи с батальоном Хая. Разведка Хая сообщает, что найдено цитадель имперцев к югу от нас. Наши войска уже пошли в атаку.